Анонс и точная дата выхода 243 серии турецкого сериала «Клятва». 243 серия сериала выйдет в эфир 6 мая. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Эмир очень счастлив, что Рейхан не прервали беременность. Теперь он готов сделать все, что будет в его силах, только лишь для того, чтобы его возлюбленная и будущий малыш жили. Когда он гладил жену по животу, то почувствовал, как ребенок шевелится. В этот момент Джавидан сидит рядом с Хикметом и размышляет над тем, что будет с ее невесткой. Ведь если она умрет, то тогда внук останется с ней, и она вырастет его, как полагается. Эти слова сильно не нравятся Хикмету, и он пытается сжать свои пальцы в кулак. Нарин до сих пор ничего не знала про то, что происходит у Рейхан. Она возмущена тем, что подруга ничего не рассказала и пыталась это скрыть от нее. Помимо этого, Нарин не может проверить то, что Рейхан собралась рожать, ведь речь идет о ее жизни, и она должна прервать беременность. Нарин – доктор, и она не позволит так рисковать собственной жизнью и начинает отчитывать Рейхан и Амира за то, что они не понимают всю серьезность этого дела и какими трагическими последствиями могут оказаться. Только эти разговоры не помогают переубедить Рейхан. Она продолжает настаивать на родах. Сейчас ей хочется лишь одного, чтобы самые близкие для нее люди не вставали против нее. Напомним, 243 серия сериала выйдет в эфир 6 мая. Нравится сериал «Клятва»? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.